Мы можем все выучить конспект, да, выучить правила, все можно выучить, вызубрить. Но если мы не понимаем, как их применять в игре, в данном случае баскетбол, то будет тяжело также быть и тренером, также быть арбитром. И правила, они меняются каждый год, и что-то добавляется, что-то изменяется, что-то трактуется по-новому. Поэтому эти все изменения людям надо доносить. Такие заходы дуже корисні для тих людей, які займаються з дітьми. Це дає великий поштовх для розвитку баскетболу.